включу камеру. Вот пошло время. Можешь назвать имя, фамилию на камеру? Ну, Ярик Петрович. Готовы? Отчет мы делаем общий или китель вместе? Да, вот отчет. Отчет будет ready, set, go. А давайте... Рэй. Давайте, что ты до одного, короче, сейчас начинается съемка. Ты начал уже, да? Да. Ну, тогда давай, рэй, сет, гоу. Все, рэй, сет, гоу. А, как мне страшно. И, готовы? Стой. Оттолкнуться по максимуму. Ставь ногу на деревяшку, отталкивайся от деревяшки. Деревяшка классно стоит. Не, ну у меня одна так. Пойдем. Ну, давай, как удобнее. Итак, начали. Стой. Прыгаю только прямо. Туда прямо нельзя, да? Можешь немножко правее даже? Да, немножко правее. Блядь, цыкот на пиздец. Отталкиваемся. Ты готовы? Не готовы, нет? Нет. Готовы? Нет, не готовы. То один, то второй, да? Сейчас, собраться с мыслями, все дела. Пока ты не несутся, надо прыгать. В этом крючок. Перекатиться. Да. В одной книжке была такая тема, что это... Ребята, которые просто прыгают с крыши на тихо, это ни хрена, блядь, тут не смешно. Да, ребята, да. Это знаешь, как избавиться сюда, от страха? Знаешь, как избавиться от страха? Просто подумай, что ты уже умер. Нет, рано или поздно это произойдет. Просто прими для себя, что ты уже умер. Какая разница? Я мотоцикл еще заберу, буду за ним следить. Ребята, хорошо, только следи за ним, пожалуйста. Я себе сам хочу мотоцикл, поэтому это будет моя мечта. Готовы? Да ни хрена не готовы. Готовы. Да что поделать, на отчет давай. Ready! Нет. 3 секунды и будет ready, set, go. Давай не стой. Да, в том-то и дело. Прыгать все равно придется. Смотри, левую руку с наружной стороны поставь. Вот так делай. Вот так, да. Да, вот, все, отлично. Вот так. Смотри, и пятки поставьте на концы, и назад облокотитесь, и будете крепко держаться, все окей. А что, мне вот так нельзя? Ну, посмотри там. Если удобнее, главное... Если удобнее, то удобно, все окей. Нет, главное, чтобы хорошо оттолкнулся подальше. А смотри, у тебя, видишь, может как бы зацепиться. Тебе лучше так не делать. Нет, я вот второму говорю, парню. Второй Иван, а что? Да, ногу подальше. Да, согласен. Вот так вот ставь, и все, отлично. Да. Блядь, страшно пиздец. Ну погнали, ребят. Ну, прыгать все равно придется. Либо сейчас, либо потом. Либо сейчас. Так что, поехали. Я сюда не зря с Владивостока пилил. Вот. Ну, все, готовы? Говори да. Ну? Считай. Ready, set, go! Костя как бы есть?